Противостояние Екатеринбург-Оренбург за своих теннисистов отомстили баскетболистки. А все начиналось для Надежды как нельзя лучше. Наши девушки не стали тратить время на разведку и начали с двухточных трехочковых бросков. К концу стартовой десятиминутки было 20-12 в нашу пользу. После возобновления игры лисицы бросились в погоню и к большому перерыву сократили разрыв до минимума. А третью, часто ключевую четверть, Надежда провалила, набрав всего 8 очков против 30 хозяйских. В завершающем четвертом периоде оренбургская команда владела преимуществом и несколько подсократила разницу в счете, но чуда не произошло. Чемпионки оказались сильнее – 84-64. В нашем составе по 15 очков набрали Жедик и Монтгомери. Получилась первая четверть, у нас получилась неплохая первая половина. Мы выиграли, но это максимум, чего мы могли сделать на сегодняшний момент. И бросковый процент 28, он не гарантирует победу. Не над каким соперником, даже слабым соперником. Следующую игру Надежда проведет дома. 19 декабря в очередном туре Евролиги принимаем итальянскую Беретту. Анатолий Юденич, новости дня.